Итак, я посетил презентацию Кейтмана в Толёшке. Теперь иду дальше этого Флара и Флара костюмщики из... Ну блин, это один из ретро костюмов Флара, по-моему, из первой части. Да. Смотрите на фото, кто будет первым игроком. Да, да, точно. Флара в голубой маечке, правда, вырезал вот эту сбоку, не должно быть. А так, вполне нормальная Лара. А Рейн, костюм хороший, но, конечно, сама модель не похожа на Рейн. Ладно, тут у нас... Тут у нас Modern Warfare 3. И что, кто-то на это пойдет? Я нет. Зато тут есть тачка. И вот людишки, которые хотят сюда попасть, я не знаю зачем. Еще тут есть Озон, где стоят ноутбуки, и предлагается, видимо, не знаю, играть или покупать на Озоне прямо здесь. Не знаю. А это апгрейд. Я не знаю, что тут хорошего. Это стенд Thermal Take. Тоже компы. Вообще что-то задротское. Не менее задротский стенд Counter-Strike. Тут можно играть в контру, как я понимаю. Осталось только понять, зачем это нужно делать. Потому что это же контра. Вот World of Tanks. На этом стенде. Что-то мне подсказывает. Можно сыграть в World of Tanks. А еще тут девушки танцуют в клетке. Да, действительно, вот задроты играют в World of Tanks. Без фанатизма, как говорится. Prime World — это онлайновая гадость, но... Есть кино. Вот. И... Девочка-косплеерша. Я не знаю, кого она косплеит. Но кого-то. Это Буха. Разорвешь рубашку ради этого? Дает свои игры. Окей, я договорился. Как всегда, я приглашаю на концерт. Вот практически главных людей во всем Постеле. Давайте, ребята, все вместе сюда поднимаемся. И я, как старый добрый, вас представляю. Танюша, Постел Фейм. Есть футболка. Символ Империи Грифона. Везде здесь. Просто профессор Постов 3 и классный парень. Андрей Пешкин, руководитель компании Акела. Мы сегодня будем продолжать то, что мы начинали вчера. Опа, опять пропал. Красивых девушек. Скажите мне, пожалуйста, вас очень мало. Вы девушек любите? Уродливых любите? Или мальчиков, возможно, красивых? Все это странно как-то, да? Ну окей, как я обещал, ты будешь участвовать в конкурсе? Да? Заходите, да? Я сейчас троих человек, free mass at you. Человек, который обещал футболку порваться, обещал, кто еще хочет? Я... Кто еще меня просил лично вообще?
Вот он бородатый с фотоаппаратом, давай. Ну и ты в желтом. Если я слово Винсу, он будет выбирать оставшихся 7 человек, у нас будет 10 участников. Так что все будет в порядке. Привет, плиз. Поднимал руку, меня не выбрали. Козлой. Наши прекрасные игры World of Crime, по Crime World. Соответственно, они все ходят по территории. Конкурс был придуман одарницами, поэтому у нас учитывается красота, качество исполнения. Понятность того, что это действительно наши герои, не должно быть желательно всем. Итак, участвуйте. Я хочу, наверное, посмотреть Diablo 3. Это находится здесь, Blizzard. Компы, где народ играет Diablo 3. Вот. Я даже вижу разные классы. Дело происходит в подземелье. Ну что-то никто особо меня не привечает, несмотря на то, что я просто замечателен в своей футболке StarCraft 2. Вот. Вот. Так что я весь из себя такой. Весь из себя такой Blizzardовский. А вот, собственно, StarCraft 2 новый. Но я не буду даже пытаться в него поиграть, поскольку я на самом деле просто не умею это делать. Я не умею играть в StarCraft. А играть в StarCraft плохо — это, ну, преступление. Tomb Raider — это очень интересно, кстати. Вот, в отличие от Invasion, например.
А вот это вот что за дурная копия Дрейка вообще? Soul Calibur 5, Dark Souls. Вот. Так, и где же вход в Tomb Raider? Следующая презентация в 5. Осталось определить, сколько сейчас времени, а я не могу это сделать, потому что меня снимает. Вот, ну в целом мы увидели основные стенды. Я что тут, я не знаю, попробовать что-то выиграть на Wargaming, сейчас посмотрим.